неплохо было, ребят. Той весной, то ли будет этой. Еще неизвестно, что называется. Но смотри, давай как бы я воспользуюсь преимуществом уже такого довольно-таки зажиточного блогера. Нет, зажиточным меня еще не назовешь. Но один год уже пройден, ребятки. И что было год назад? Смотри, я вот сейчас вот конкретно вот в эти числа я еще очень-очень-очень робко действовал. Я что-то там снимался. Ну, самые какие-то первые там вот эти трансляции с балкона, как я это называл. Сейчас, кстати, я перестал снимать трансляции с балкона. Так называть это. А между прочим, почему-то просмотры были неплохие с этого названия. А, собственно, в конце марта, ребятки, я поехал в Казань. Поездка номер один. Ну так вот, ну и, как говорится, подводя итоги. Да, поездка была, в общем-то, хорошая. А, смотри, подожди, у меня сейчас опять же как смешалось в голове. У меня же была еще поездка номер два в Казань, летняя. И, короче, короче. Так, сейчас скажу. Этот гаишник спутал. Утром на рассвете я ехал, это у меня уже была вторая поездка. А первая поездка, я, знаешь, была уже глубокая ночь, и я совершенно ни о чем не договорился. То есть я планировал заселиться к своей опе. Вот. Ну, это если вы вдруг еще тогда смотрели, знаете. Но в итоге я ее, знаешь, когда известил, я ее известил уже вечером, часов 9, наверное, вечера, да. Когда я находился во тьме, еще ехать было черти сколько далеко, это было где-то, я думаю, в районе Чебоксара, может быть, еще и до них. И я устал, хотел и спать, я думал, даже где-то в какой-то мотель. Но мотель — это что-то по моей М7 довольно какая-то штука гиблая, потому что, ну, короче, какие-то есть мотели по дороге, но как-то в них останавливаться не хочется. Ну, в итоге я ехал. Да, прибыл. А, она сказала мне, что, мол, подъедешь, разбуди меня. Ну, где-то я в 3 часа ночи прибыл. Потом как-то с огромной осторожностью с утра, значит, мы доложили, что я в Казани. В общем, дома был скандал грандиозный. Ну, а потом очень даже нормально я там, в принципе, существовал. А вот обратно я ехал через, по другой дороге, через Ульяновск, Саранск. Ну, в общем, сейчас как-то вспоминаю, тоже вроде неплохо. Поэтому надо будет настраиваться, наверное, на что-то, нечто подобное весной.